қыздың сәні кенеме. Алған екі жолдас бар, біреуін шық той баслар. Той дегенде дейді кен, домалайды қу баслар. Күмбір күмбір күйемен, саңғыр саңғыр күнемен, қазақ қойы басталар, қара жорға биемен. Шаңнарындай асқардың, жолдызындай аспаның, мейші қыздар күлкісі, шуағындай аққаның, бақса бейдің арманы, қасиеттің қаймағы, шарапатты шаттығын,
Біздің Құдай, ұлы Құдай. Әкеміздің аты мадақталсын. Қазір бірге Құдайды мадақтайық.
білесіз. Сонымен бірге білеңіздер. Құдайдың аты мадақталсын! Доброе утро! Мы приглашаем вас продолжить торжество, продолжить праздник. Аллилуйя! Теперь будем петь песню про новый день. И эта песня, она пришла спонтанно, когда у нас в первый раз приехал Андрей. И это просто родилось в нашей церкви.
пожалуйста, присоединяйтесь. Пусть это новый день, он включается по полной силе. Амин. Мечты. Амен. Это новый день, это новый день, когда исправляются пути. Это новый день, когда открываются глаза. Это новый день, когда исцеляется душа. Я могу сейчас свободно дышать, я могу сейчас летать. Так и вижу, как Отец мой с любовью смотрит на меня. Да, я слышу, Он говорит со мной. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, мой сын. Это новый день, это новый день, когда сбываются мечты. Это новый день, когда исправляются пути. Это новый день, когда открываются глаза. Это новый день, когда исцеляется душа. Я могу сейчас свободно дышать, я могу сейчас летать. Солнце поднимается, и свет.
пророчествую. Thank you.
нет только цель, но путь. Ждешь ты совершенства, но смотришь сердце суть. Историю венчает не начало, а конец. И я не проиграю, когда со мной отец. Всегда я побеждаю, когда со мной отец. Груз проблем отстав, в доме у отца. Страх и стыд просто дверь, и здесь места больше нет. Обрели, любовь меняется в присутствии его. Темницы открыл, смерть победил. Любовь меняется в присутствии его. Творит чудеса, исцеляет сердца. Любовь меняет все. Yeah.
торжеству. В доме у отца. Thank you.
Все будет так, как я хочу. 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 Скажи. Все будет так, как я хочу. 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 О, скажи это в силе. Все будет так, как я хочу. 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 Все будет так, как я хочу.
Аллилуйя. Твое славное присутствие, Отец, превыше всяких слов, превыше всяких мыслей. Просто сейчас отдайся этому присутствию. Свое тело вручи животворящему Духу. And I see a Holy Spirit shall be inside of me. Лучи исцеления повсюду. Лучи исцеления повсюду. Правда давно взошла, и исцеление в лучах ее, как солнце. Я хочу, чтобы ты ощущал сейчас это помазание чудесное. Пускай твоя внутренность расширяется. Пускай чудесным образом уже сейчас происходит явление Духа. Явление Духа. Явление Духа. Ходите. Явление Духа. Прямо сейчас почувствуй, как внутренность твоя расширяется. Откройся, откройся. Уже сейчас начались исцеления. Я хочу, чтобы ты не концентрировался на теле, но концентрировался на ощущении. Явление Духа. Ты любишь помазание, любишь Духа Божьего. Ты жаждешь, ты хочешь, чтобы Он проявился. Чудесно. Почувствуй, как Он течет по тебе. Отец, я высвобождаю сейчас эту славу. Я благодарю Тебя за каждое чудо, которое Ты приготовил на сегодня. Это было готово задолго. Я благодарю Тебя, что Ты сейчас прикасаешься к телам, рукам, ногам, коленям. Колени вижу сейчас. Колени исцеляются во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, что сегодня сильное откровение вкусит тело. Тело будет вкушать откровение. Тело будет вкушать откровение. Не плачьте. Во имя Иисуса, демон, оставь его. Идите сюда еще. Посмотрите на меня. Во имя Иисуса, разрушаю твой контроль прямо сейчас. Полностью выйди из нее. Во имя Иисуса. Отец, спасибо, спасибо. Находись сейчас в состоянии благодарения. Это лучшее, что может быть. Еще несколько мгновений, сейчас помазание усилится. Я пройду кого-то, прикоснусь кому-то. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Я никогда не бываю один. Твое облако славы сопровождает меня. И ангелы Твои ходят,
чудесной царской свитой за Сыном Божьим. Помазание Твое течет в ней сейчас. Усиливается, усиливается, усиливается. Это огонь. Ты наша распенаш. Олечка тоже иди, помолись за меня. Она сила щера. Еще несколько мгновений я чувствую, как сгущается сейчас слава, и она начнет проявляться. Независимо от того, где ты стоишь. Независимо от того, где ты стоишь, переживай сгущение этой славы сознательно и благодари. Слава твоя. Слава твоя. Слава твоя. Chila presari, chia sena shira spanan fiul te bana spena shibai, risenia, tina shira. Tina shira spena shazia mara mana skure. Олечка со мной. Помазано. Ты на нас. И на нас ещё на спине. Я сада мара, и ты лошара. Спасибо, отец. Ты ломашась. Не молитесь. Наслаждайтесь сейчас. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Спасибо, отец, спасибо. Сила твоя течет через ее тело сейчас. Вчера надо спать, чему спи, распаре ближе. Исцеляющее помазание твое разрушает контроль сейчас. Все, о чем ты можешь сейчас думать и чувствовать, это то, что помазание движется в тебе. Помазание движется в тебе. Движется в тебе. Оно может сотрясать твое тело, как электричество, как огонь, как землетрясение. Отец, я благодарю тебя, благодарю, благодарю, благодарю. И на шаре спит стул. Будь полностью исцелена во имя Иисуса. Теща, мана спира, шазья спина шину. Прошла, друзья, свидетельство. А что было? Была глухота, а сейчас она слышит. На одном ухе была глухота или как? На оба уха была глухота или на одно ухо? А? По-казахски говорит. А где наш переводчик вообще?
Ну что она говорит, хоть скажите в микрофон, я вас умоляю. Ну, что вы такие несмелые? У меня левое ухо вообще не слышало, оглохло. Және оң құлағымда адамдар сөйлеп жатқан естімей қалды. Шүкір, Құдайға рахмет. Правая рука, правое ухо тоже, когда люди ругают, я не могла слышать. Но слава Богу, сейчас я слышу. Вот сейчас это произошло, да? Да, сейчас, прямо сейчас произошло. О, Иисус! Это, знаете, не тот момент, когда ты там хлопаешь долго над ухом, чтобы понять что-то. Человек сам вышел, говорит, слышу, и все. Ну, давайте Отцу славу дадим. И это только начало. Я хочу еще дать святому. Да лежи, наслаждайся. Пацан, у тебя великое будущее. Я хочу, чтобы мы еще сейчас помолились немножечко. Я чувствую, как такая, знаете, как это объяснить вообще? Такая, как будто салютик такой золотой, как сеточка. Она такая раз и проявляется на людях. Так шу, шу, шу. Аллилуйя, Боже мой. Ты знаешь эту женщину, да? Нуржамал, я тебе школу смелости проведу. Ты мне вообще смотри. Скажите этой женщине, что ухо открылось. Слышать начал. Вы слышали, да? Вы знаете, что вы сегодня должны ходить вообще? Вы только вот это не надо там, не верю там. Вы верите или нет? Все. Начинайте ходить на месте. Если Сын Божий говорит, вставай и ходи, лучше тебе послушать, поверь. Я же 20 лет не ходила, ну и что? 20 лет ничто, Сын Божий, все. Ходи! А кто тут у нас еще сидит? Давай, да, помазание, давайте все встанем сейчас. Вставай. Вставай. Ты не пробуй вставать, а вставай. Прям выскакивай с кресла. Выскакивай. Сила Божья. Держись. Братья, поддержите ее чуть-чуть. Порасхаживайте, я пока дальше пойду. Ты у меня ходила в прошлый раз. Что с тобой опять? Отец, я благодарю тебя. Колени укрепляются, ступни укрепляются. Вставай, вставай. Ну помогите, что он один ее держит. Ну. Посмотри на меня. Пусть тебя ничего не смущает. Поняла? Не смотри по сторонам. Все будут на тебя смотреть. Сияй. Давай, потопчись на месте. Потопчись на месте. Давай. Поставьте ее. Ровно поставьте. Все, топчись на месте. Олечка, помолись чуть-чуть за нее. Я сейчас вернусь. Хорошо? Аллилуйя. Через панаще. Это мы так походим немножко, порасшатываем вас тут всех. У кого тут еще декорации? Опа. Понятно. Кто-то вырубился, кайфует тихонько. Аллилуйя. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Давайте сейчас просто высвободим помазание, пусть она под славой полежит чуть-чуть. Посмотри на меня. Сейчас отпустите ее. Помазание. Все, можете отпускать. Садись. Вот так. Отец, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Давай сейчас все руки поднимем. Отец, благодарю тебя, благодарю тебя. О, вы уже тут? Вы раньше такие эксперименты делали или нет? Не делали? Ну так, пока что под ручку ее поддерживайте. Кто-нибудь поддерживайте под ручку. Ну, ребята, ну... Нет, держать прям не надо, просто поддерживайте. Пусть ходит, ходит.
Аллилуйя. Вот что, как вот это все надоело, правда, да? Вот эта вот борода, вот это все. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ходи и говори, теперь я хожу, хожу, хожу. Давайте, говорите, кто-нибудь переводите, ну, Боже мой. Отец, я благодарю тебя, благодарю тебя. Вы помните пророчество, сильное исцеление костей. Принимайте сейчас исцеление костей. Ну, когда нужно, возьмите микрофон и когда нужно, переводите. Аллилуйя, сифарашис. Чуть-чуть тише. Друзья, вы тут, не рассеивайтесь. Служение – это явление Духа и силы. И мне так нравится, что Дух является. И сила Божья. И сила Божья течет в телах. Сила Божья, скажи со мной, сила Божья течет в теле, в моем, чудесным образом. Чудесным образом. Сейчас исцеление по-женски происходит. Чудесным образом. Сейчас еще несколько мгновений, я так начну дуть потихонечку, и ты сможешь проверять свое тело, если что-то болело. То ты должен обнаружить, что это прошло. А че вы вышли вообще? Не выходите, я никого не звал. Вот дают. Отец, спасибо тебе. Благодарю, благодарю, благодарю. Ощущай дух сейчас. Все внутри тебя. Отец, я благодарю тебя за помазание твое. Вы здесь? Посмотри сейчас на течение помазания. Созерцательно ты должен видеть, как оно стекает по тебе, стекает, стекает. Сила Божья движется могущественно в тебе сейчас. Отец, спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Еще. Почувствовал прикосновение, сразу проверяй свое тело. Сюда. Не нарушая течение. Послушайте, что у вас с руками произошло? У меня были поломаны обе руки от плеча, да все было переломано. И когда они уже начали заживать, кожа на руках была как у столетней, сморщена вся. И вот сейчас пастор говорит, я чувствую, течет, течет помазание. От поля кончили я сыну, говорю, сын, течет, течет. Посмотрите, мои руки стали молодыми. Кожа исцелилась. Кожа исцелилась. Так, слава Богу. Прямо на глазах вы увидели, как это произошло, да? Увидела. На глазах. Ты дул, говорил, все произошло. Глянь. Какая сестра увидела? Ну-ка, сестра, иди сюда. Люся, ты видела? Я видела. У нее вчера руки, конечно, были совсем другие. Да, сейчас... Я говорю, прям точно. Исцелилась кожа. Ты видела изменения, да? Я просто вчера не смотрел на ее руки, но сейчас так. Слава Отцу. Это в результате травмы вот это было, да? Я сказал, течет, течет помазание, течет слава, течет помазание. Я вот от кончиков пальца
И чувствую, течет, прям течет. А у вас проблема в результате травмы была, да? Обе руки были поломаны. Из-за этого кожа испортилась, да? Да, кожа стала дряблая и морщинистая. Комками я с длинным рукавом ходила, стыдно было. Глянь, какие сейчас у меня. Ну, замуж пора. Аллилуйя. Спасибо отцу. Давайте, друзья мои, еще. Я чувствую, здесь много. Послушайте, я хочу что-то сказать, и вы это увидите. Сейчас, когда закроете глаза, увидите. Что у вас? У меня с февраля болел желудок, только что прошел. А он непрестанно болел с февраля? Когда дотрагивалась и ела, у меня желудок болел постоянно. Сейчас этой боли нет. Она просто сейчас ушла, да? Я это видела. Аллилуйя! Я скажу, друзья мои, я сегодня утром, вы мне, конечно, вообще поспать не дали. До двух ночи мы тут вообще просидели, короче, но чувствую себя хорошо. Потому что сон, он для слабаков вообще. Послушайте, когда я сегодня утром общался с отцом, я увидел видение и услышал слова. Он сказал: здесь полно лучей исцеления. И сказал: потому что солнце правды взошло. И я в этот момент увидел этот зал, и знаете, вот... Что там ребеночек так нервничает? Увидел этот зал, и прямо с пола шло много-много лучей таких, знаете, красивых. Хочешь увидеть? Закрывай глаза. И когда ты увидишь такой лучик перед собой, он будет ходить так туда-сюда, потому что они не прожектора, которые стоят на месте, они такие ходят, такие лучи перемещаются по залу. Возьми этот луч, потрогай рукой, протяни руку и получи свое исцеление. Исцеляющее помазание. Исцеляющее помазание движется. Я благодарю тебя. Если увидел, можешь поднимать руки. Также так, как счастливая личность, которая видит лучи исцеления. Поднимай руки. Исцеление в лучах. Исцеление в лучах. Я говорю, исцеление в лучах, исцеление в лучах, исцеление в лучах. Помазание, слава течет, слава течет, слава течет. Исцеление в лучах. Исцеление в лучах его. Пожалуйста, за детьми присматривайте. Не надо, чтобы просто так кто-нибудь упадет на него. Аллилуйя. Отец, спасибо тебе, спасибо. Вот я сейчас туда схожу. Исцеляющая сила движется через тебя сейчас. Исцеляющая сила движется через тебя сейчас. Вишенка. Исцеляющая сила. Просто почувствуй, слава расширяет тебя. Ты нас понаще, а ты все улыбаешься. Будь в этом сейчас еще несколько мгновений. Побудь в этом. Будь исцелена во имя Иисуса. Сейчас еще произошли изменения. Если ты увидел, как у тебя физически произошло изменение, ты исцелился. Тут же, вот как все предыдущие свидетели, выходи и говори об этом.
Андрей молился, когда Андрей молился за глаза, да, и что со мной произошло? Я когда приехала, у меня начали текать глаза, слезы текут, и прям, знаете, кожа стала шершавая, глаза текли, вот. И когда Андрей молился, вы знаете, что я увидела? У меня постоянно что-то в глазу было, здесь как царапало. Я увидела какой-то кривой рот, и зубы такие вот, вот все. Вчера еще было плохо, зуд в глазах, а сегодня уже у меня глазки уже лучше стали, вот, лучше стали. Нормальные намного глаза. Лучше. Я не стала ни примочки делать, ничего, чужое исцеление. Все само прошло. А что было с глазами? А не знаю, как приехала сюда, слезы такие горючие, значит, опухать стало глаза. Глаза. И отекать. У меня такого сроду не было. Не было. Сейчас прошло? Жизнь, да. Все прошло вот сейчас. Аллилуйя. Глазики. Вообще 100%. Я точно знаю, что еще у многих и зрение улучшилось. Ну, вы там сомневаетесь, молчите, но я вам говорю, возьмите книгу вечером и посмотрите. Не так, что была, не была, а с такой уверенностью. Конечно. Взял книгу и посмотрел. Я, конечно, сказал, зрение будет как у него. Вот и все. А где микрофон? Кому? Аллилуйя, Отец, спасибо тебе. Давайте еще дадим Духу Святому совершить свои... совершить свое задуманное чудо для тебя. Я хочу, чтобы сейчас кости исцелялись. Кости исцеляются. Исцеление костей в лучах. Что тебе сейчас нужно сделать, если у тебя проблемы с костями? Тебе нужно почувствовать в том месте, где была проблема, тепло Святого Духа. Осознать, что Он сейчас течет в тебе, как нетление. И когда ты это чувствуешь, моментально тебе нужно... с обычным настроением, не таким, что типа, ну, может, что-то, да, а с таким, ну, конечно, начинай ходить, проверять, и тут же увидишь, как ты в порядке. Итак, готов? Аллилуйя, Отец, я благодарю Тебя. Готов? Смотри, как волны движутся по Твоему телу. Смотри, как лучи исцеления ходят прямо перед Тобой. Все внутри Тебя. Все внутри меня. Исцеляющее помазание движется. Вот прямо почувствовал в ногах движение пошло. Если тепло или электричество, поднимай руки и начинай шагать. Вот так. И почувствуешь, как боли больше нет. Нарывы на ногах, вены, эти вальгусы все уходят прочь просто. Опорно-двигательная система сейчас укрепляется. Костные мозоли уходят. Артриты уходят. Грыжи уходят. Грыжи уходят. У кого-то сейчас прямо вы должны почувствовать, как спина лучше стала двигаться и боль ушла. Уходят. Боль уходит. Жизнь течет сейчас в позвоночнике, в ногах. Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Отец такой, Отец вообще. Аллилуйя, спасибо. Сейчас я еще хочу подойти, пару человек прикоснуться. Аллилуйя.
исцеляющая сила сейчас движется в тебе. Принимай это помазание. Пусть полностью все декорации в теле уйдут. Еще раз подожди. И наши распробарения Арсима на спина шима. Помазание твое. Спокойно, спокойно, спокойно. Знаете, что самое главное со Святым Духом? Когда ты имеешь с Ним дело, это как на воде. Не делай резких движений. Будь спокоен, вода держит тебя. Это первое, чему учат, когда учат плавать, что вода тебя любит, она тебя держит. Все нормально. Помазание твое. Вы нуждаетесь в исцелении? И вы здоровы? Отец, я благодарю тебя. Уплыла, это хорошо. Отец, спасибо тебе за это исцеление. Благодарю тебя. Боль уходит. Боль уходит. Окрыло. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе. Полное исцеление. Не трогайте его, не трогайте. Дайте ему побыть в славе. Аллилуйя. Вставай. Вставай. Ты меня понимаешь? Да? Молодец. Лучше тебе меня понимать. Отец, я высвобождаю исцеляющее помазание. Сейчас я вижу, как по позвоночнику потекла сила Божья. Больше обращай внимание на ощущения. Когда почувствуешь малейшее прикосновение, помазание в теле, тепло, электричество, подними тогда руки, и пусть исцеление сойдет на тебя, хорошо? Отец, я высвобождаю сейчас помазание на ее тело. Сила твоя течет. Еще, еще, еще и еще. Ты вообще знаешь, как выглядит ощущение помазания? Когда-нибудь переживал его, нет? Окей. Положите руку ей на спину там. Там, где проблема. Это ваша дочь? А, класс. Отец, спасибо тебе. Благодарю тебя. Расслабься. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Будь полностью исцелена во имя Иисуса. Олечка, здесь еще. Аллилуйя. Все хорошо? Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо. Помазанница тут сидел. Аллилуйя, аллилуйя. Такая атмосфера силы, отцовской заботы. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте все руки подымем. Если кто-то лежит, не трогайте, пусть лежит. Отец, я благодарю тебя. Все, сейчас можешь, у кого со спиной, с ногами, можете проверять. Проверяйте, если нужно еще там убедиться. Если увидели, что боль ушла, тоже будьте готовы свидетельствовать. Отец, я благодарю тебя. Ты, когда я говорю «проверяй», тебе надо проверять не с подозрением, ну, а с радостью, ну. А? То «проверяй» — это не значит, диагноз надо поставить. Это лишний раз убедиться, что уже все хорошо. Отец, спасибо тебе за лучи исцеления повсюду, за открытые уши, исцеленные
тела. Благодарю Тебя, что это только начало. Чудеса Твои неизбежны. Чудеса неизбежны. Это что-то новенькое, да? Давай Отцу славу дадим. Аллилуйя. Аллилуйя. Где моя жена? Обними кого-то рядом. Скажи, нетленный, я приветствую тебя. Аллилуйя. Друзья мои, это было только начало. Мы еще продолжим. Сейчас пока что можно в такой радости, в хорошем настроении присесть. Она нормальненько уже справляется. А вы ее знаете, да? Она так не ходила раньше. Но она сама говорит, таких экспериментов даже не делала. Надо просто это куда-нибудь убрать с глаз долой, вот это, и чтобы она даже не ориентировалась на это. Исцеление вот здесь. Давай Отцу славу дадим! Аллилуйя. А ты можешь Богу своему, любимому Отцу, дать самые настоящие аплодисменты, которых Он достоин? Аллилуйя! Просто из духа скажи, из глубины своего сердца. Отец! Ты такой Отец! Аллилуйя! Я хочу, чтобы мы немножечко послушали несколько свидетельств. Времени у нас ограничено, поэтому я хочу вот именно такие, чтобы вы были удивлены. Может быть, не удивлены, но еще раз и еще раз поверили в любовь своего Отца. Аминь. Особенно, когда мы будем молиться, вот кто еще не положил материю, да, чтобы ваш любимый человек, ваш родственник, близкий человек, он получил свое чудо. И у нас есть свидетельство на эту тему. Сестричка, иди сюда. Вот это та самая сестра драгоценная, которая получила эту заветную майку, которая была... которая лежала точно так же вот здесь вот в кучке. Расскажите, как это было. Ой, у меня полтора года назад у меня цирроз печени, диагноз такой поставили. И там, ну, сестры рассказывали, сестры у нас уже были в группе ковишенных. Я тогда не понимала, потому что, ну, как там, ну, как бы немножко я не понимала, там, думаю, они богами себя возобнили. Послушала просто. И там еще с других церквей тоже там. Ну, общаюсь же со многими церквями. А мама моя собралась сюда, ну, сюда ехать на конференцию. И знаете, когда болезнь такая, которая неизлечимая, за каждую ниточку хватаешься. Тем более, когда врачи говорят, что, ну, возврата нету, будем надеяться. И не поверите, я даже штаны носила. У меня, ну, вот это место, оно, ну, как опухшее было. Потому что здесь я не могла. На работе я сидела, расстегивала, кушала, ну, я только при помидоры. При циррозе просто сильно увеличивается печень. Да. Кушала я только помидоры. Ну, вот сестры мои знают. Светы вон сидят, все с Каменогорской знают. И когда они сказали, что поедут и будут одежду брать за исцеление, здесь молиться, это было, знаете как, ну, не последняя надежда, как вот, когда человек тонет, да, и он даже за маленькую вот какую-то цепляется, старается. И я дала моей маме, и племянница моя поехала, Алина, они вместе поехали. Я дала свою майку моего мужа. Это такие боли были адские.
Я вечерами приезжала с работы, лежала и плакала. Я думала, это не будет конца. У меня ночью постоянно были... Она как схватки такие были. Я без таблеток встану, и я прям вот так вот оттягивала живот. И, ну, я не могла ничего даже поесть. Я поела, у меня приступы были. Потом мама приехала с конференции, когда я начала одевать эту майку. Ну, это как есть, когда ты до такой степени веришь, что это, ну, последняя надежда такая, что мне уже сны снились такие страшные, что я вот так на палке висю над могилой. И я, смерть стоит, и я вот эту косу держу, она такая мокрая, такая, как вот она мокрая и холодная. Представляете? Ну, уже все было. И здесь все, я сестрам рассказывала свои сновидения, рассказывала им на домашках. Потом я начала носить эту майку, пошла, пересдала анализы. Вы когда ее одели, почувствовали что-нибудь? Ну, знаете, такое волнительное было, когда что-то новое, ну, такая вот надежда была, когда одеваешь ее, все, вот оно, мое исцеление, ну, как бы, до такой степени веришь. И мой муж стал ночевать в своей майке, я в своей промоленной. Где-то через неделю я пошла на фибросканирование. У меня, то у меня была конечная стадия, ну, четвертая, потом стала раз и нулевая, нету вообще ничего, как у младенца печень. Но потом я маленечко... Думаю, это, ну, как бы, сомнения какие-то. Ну, не может такого быть сразу. Ну, есть человеческое вот это вот как-то. Еще такие декорации иногда были. Потом опять пошла, нету цирроза. И последний раз я на месяц назад, наверное, проходила фибросканирование в августе. Вот я в начале августа проходила, мне сказали, нету цирроза. И врач-инфекционист привезла мне буквально за день до того, как мне поехать сюда, врач. Не врач, а медсестра, которая с врачом сидит рядом, она видит мои изменения все, что у меня печень, ну нету цирроза, ну такого просто быть не может. Она привезла мне, у нее сестра работает в банке, работала, и представляете, родилась дочка у нее. И врачи не могут поставить диагноз, просто не могут поставить, уже и в Новосибирск возили. Ну это мне это, медсестра, вот это врач рассказывает. Мы не можем, врачи не могут. Я врач, говорит, я не могу поставить диагноз своей племяннице. Говорит, все, и квартиры, и машины, и все продали. И эти врачи принесли мне пижаму, чтобы я ее привезла на исцеление тоже. Этой девочке. Буквально за день. Потом у меня был... Я смотрела еще одну такую маленькую встречу. Я смотрела прямой эфир, где Андрей молился за геморрой именно. Такую тему затрагивал в прямом эфире в Инстаграме. А у меня муж 2 недели болел с геморроем. Это было в начале лета, по-моему. И вначале, ну вот где-то весна, лето, я вот так протянула руку, я принимаю на него исцеление. Он не болеет до сих пор, представляете, ни разу даже симптомов не было. Хотя муж такой у меня, ну, неверующий. И, ну вот такое у меня даже было, знаете, это стихотворение было. Ну, многие же проходят долину смертной тени, а я прошла палату смертной тени. Просто вот даже в палате смертников было время, лежала. Но слава Богу, Бог... Бог наш благ, и мы... Аллилуйя! Аллилуйя! Ну разве не чудо? Сейчас, секундочку. Разве не чудо? Вот вы представьте, это же не просто какой-то человек со стороны. Это сам врач, сама медсестра, увидев, что это ну, невозможно по-человечески исцелить цирроз. Это неизлечимая болезнь, ведущая к смерти. И она, видя это исцеление четвертой стадии, конечной стадии, цирроза, она отдала вещи своей девочке, чтобы мы за них помолились. И мы же помолимся. Аллилуйя. За мужа тоже очень рады. Вы не думаете, что он неверующий, он просто верующий не так, как вы. Вот и все. Аллилуйя. Давайте еще больше славы воздадим. А вот у нас сестричка прям так спонтанчик. Я знаю, что мы вчера молились за сыночка. Я очень рада, я благодарна. Я приехала с Оренбурга с такой надеждой, что надежда и верила, что Андрей нам поможет. Реально, я у меня все тряслось. Когда приехала, он это, дочка написала, это, вот даже этот, он не ест. Надо этот, как его, позвони маме, чтобы поговорить с ним. Я вчера тоже зашла узнать, как у него дела. По WhatsApp разговаривали. Этот, он лежит, мама, я не буду есть, пока ты не приедешь, потому что я с ложки кормил его. По 3, 4, 5 ложек он только ел. Вчера зашла сестра, просто постучала.
и помолилась за нее до выступления, до источника, до потока. Как ангел прислал ее это, постучаться в нашу дверь. А сегодня дочка пишет, что он поел хорошо. Он не ел, у нее желудок, он от еды отказывался. Он лежащий, у него ДСП, ноги как у балерины. Когда вот сейчас вы поток сделали, я представляла, он во мне, я ходила, заставляла его ходить. У него здесь кости растут, боль прочувствовала. Надеюсь, что верю, что прошел. Благодарю. Ну, процесс-то пошел, ребенок покушал. Никогда не кушал хорошо, а сейчас покушал. Сейчас, секундочку. Я хочу сюда позвать сестричку, которая присылала документы, саркома была. Вы где? Сестра должна была сегодня засвидетельствовать, но вот почему-то либо сейчас стесняется, либо не слышит, либо... А вот она! Вот она! Что ж вы так нерешительно? Надо Славе свидетельствовать прям с высокой башни. Расскажите, что у вас было? Что у нас было? Пришла в больницу, поставили саркому матки. Я не знала, что это такое вообще, какая болезнь. Когда мне начинали все вокруг говорить, что это вообще, какие последствия. Ну, саркома – это агрессивная форма рака. Я вообще... Ну, до меня это не достучаться. А когда стали вокруг меня все окружающие говорить, что это, ну, тяжелая болезнь. Я такая, ну, это же не моя болезнь. И такая говорю, ну, я не... Ну, не должна я заболеть этой болезнью. Это когда было? Вы первый раз приехали в Астану на уединение. В прошлом году в Астане, когда мы были. Да. На тот момент, да, я как раз в больнице вышла, уже поставили этот диагноз. Потом поехала Ира, сестра, она привезла платок. Она после уединения отдала мне, я его завязала. Ну, я спала, я у нее даже ночевала в этом платке. После этого она после Астаны сразу едет в Алма-Ату. У нас же было два уединения сразу в Астане, потом в Алма-Ате. Мы вообще не знали, что это такое, потому что мы не, ну, только начали познавать, что Бог есть, и мы созданы от Бога, а не от кого-то. Аминь. Не, ну есть там, когда люди начинают, я так смотрю со стороны, ну да. Похоже, что да, надо, чтобы Бог поработал. И все. И этот. Вот вы носили этот платочек. Ну, я носила платочек, потом мне назначили, уже в больницу направили меня. Я прихожу в больницу, она проверяет, заведующая. Мне еще так все устроили, заведующая. Она мне говорит, все резать. Я такая говорю, а зачем резать? И я говорю, не хочу, я не соглашаюсь, еще рожать буду. Она говорит, вы что, говорит, с ума сошли? У вас сколько детей? Я говорю, трое. А внуков? Четверо. Зачем вам еще ребенок? Я говорю, ну еще нужен. Я говорю, я рожать... А, я говорю, не буду резать. Сделайте повторные анализы. Она такая говорит, ну давайте, сейчас вот придут. С областного пришли с подтверждением, а потом уже в онкологию пришли уже тоже с подтверждением. А с онкологии опять повторные уже они начали. Вот, и как раз мы молились, вы в Инстаграме были, я как раз это дома еще и слушала. И получаю, я еще заведующий. Говорю, вышлите меня на WhatsApp. Ну, вообще, кто? Анализ. Я, да. Анализы, она говорит, странно. Но она и высылает. А я такая, я же сын. Они по требованию. Мне присылают. Я такая, хоп, смотрю, нет. Там они подтверждения никакого нету. Я думаю, я же сказала, что это не моя болезнь. Это не мое. Но вы поняли, что произошло? Изменения сестричка. Просто там сдали изменения, но вчера, Андрей, вы молились, и я это принимала. Ну, сейчас это мне вообще там накрыло. Нет у меня никаких изменений, да.
Ну вы поняли вообще, что произошло? Спасибо большое за свидетельство ваше. Эта сестра, она вообще не с нашей тусовки была, абсолютно. Не то, что даже не с тусовки, она, ну как, не сильно-то признавала отцовство Небесного Отца. И вот ее сестрички все равно настойчиво, когда ей поставили этот страшный диагноз, саркома матки, это, ну, реально страшный диагноз, она даже понятия не имела, что это, во-первых, слава Богу, что не имела понятия. Но сестрички взяли и привезли в прошлом году в Астане, когда у нас было уединение, они привезли платок. Точно так же он лежал вот в общей куче вещей. Она его одела, спала в нем. А потом была молитва в Инстаграм-эфире, где пастор Андрей высвободил еще исцеление, она его приняла. И вот ей пришли анализы, в которых написано, что никакой саркомы нет. Аллилуйя! Бог великий! Мы сегодня еще будем дальше молиться. Я еще хочу одно свидетельство сказать, или, может быть, ты сам скажешь. Просто сестра уехала сегодня в 7 утра. Я сейчас наругаюсь на эту сестру, короче. В прямом эфире она тебя услышит? Отлично, очень хорошо. Значит, сидим мы, значит, вот после собрания вчера. Подходит сестра. Ну, тут много кто подходил. Вот сестричка подошла. Мы тут с Гульнас рядом сидели. Она начала жаловаться, что с финансами там прорыва нету. И так пока жаловалась, короче, рассказала. Ну, я вообще с вами недавно, 2 месяца. 2 месяца. Ну, вот у меня, говорит, 6 лет жировик огромный был на спине. Ничем не проходил, не лечился. Говорит, смотрела как-то эфиры, там раз, ушел полностью, исчез. Класс, правда? Ну, это как между делом. Так, между делом, когда я говорил, выйдите кто-то, что-то расскажите, вот таких людей полно, я их все время встречал, думаю, чем они думают? Здесь вот, реально, может, это сбывается обещание отца, что, говорит, болезнь будет изглаживаться вместе с памятью о ней. Знаешь, он даже забыл, что он чем-то болел вообще. Это не все. Она говорит, ну и, говорит, у меня же была дисплазия, и рак мне уже поставили, там разрушалось. Я у Оли сегодня уточнял, что такое дисплазия, не знаю этих. Я в исцелениях лучше, чем в диагнозах разбираюсь. Вот, и это, ну, короче, дисплазия, переросшая там в раковое состояние. Она обещала еще видео записать. И я говорю, и что? Говорит, да болело все. Говорит, все прошло, ничего нету. Я говорю, и что, и врачи подтверждают? И врачи подтверждают. Я тут уже злиться аж начал. Знаете, вот, ну реально, это не такой момент, когда ты бывает, там кого-то вытягиваешь что-то из него, там, ну расскажи свидетельство. Она сидит как бы между делом все это рассказывает. За 2 месяца только с нами, 2 диагноза просто, один из них практически смертельный вообще. Ты слышала, как она рассказала? Вот я даже не знаю, радоваться или наругать ее еще сильнее. Что это такое вообще? Я вот все, точно, сделаю когда-нибудь в эфире молитву. Все, кто не засвидетельствовал болезни, вернитесь назад. Все. У нас еще есть очень классное свидетельство. Так. Вот сидит сестричка. На одно из уединений она привозила кольцо, да? Проходите сюда. Золотое? Кольцо привозила, кольцо своего сына. Угу. Брата, я кольцо взяла в Прагу. Там помазание этот, везде таскала с собой этот. Привезла, у меня брат падал 38 лет. Представляете, эпилепсия. Эпилепсия 38 лет 38. У брата. Да. И вы его кольцо привезли, вот. Так? Вот. Братик, так я ж тебя знаю. Это вот это кольцо? Да, так. Я ему одела, вот он не падает уже 2 месяца. И 2 месяца ни одного приступа? Нет, и не будет? Не будет, да. А с как, подождите, а с какой периодичностью раньше были приступы? Не, я в общем, эпилепсия болел, вот, мне кольцо вот привез. Я когда болел, падал, двухэтажные леса, я строитель, фасадная работа. Строитель. Во время ничего приступа не был, падал? Ничего не был, ничего не сломался, ничего, 2 раза, 3 раза, ничего. Вот кольцо меня спасает, все, болезни. Сейчас не болею. Спасает дух животворящий. Ну, классно. Поэтому мы вот это все не просто так делаем. Но.
перспективу. Подожди. Сколько лет это у тебя длилось? 38 лет. Как в купальне, да? 38 лет. А как часто было? Ну, я не заметил, когда вот болеть начал. В неделю два раза в среднем тогда? И два месяца ничего нет. Это исцеление. Аллилуйя! Да, я знаю. У нас здесь еще есть воскресший мальчик. Воскресший мальчик, иди сюда, где... Нет, мне сказали, что мальчик тоже здесь. Ты что, меня обманула, что ли? Они тебе сказали, что он здесь, а его нету, да? Зато папа есть. Папа писал свидетельство в чатах, потрясающе, все в восторге были. Вот это тот самый папа. Давайте отцу славу дадим. Құдай ғадан қымадақ. Перевод нужен. Құдайға рахмет. Бір апта бұрын біздің өмірімізде, семьямызда керемет ғажап болды. Неделю назад, в субботу прошлую, было воскрешение сына. 19 күні таңғы 6 болмай 5:30-да мен ұйықтап атқанда әйелім жылап келіп оятты мені. Еркін тұрмайды деп. 19 числа в 6 утра его разбудила его супруга Майра, что сын не просыпается. Мен ол қайда дедім, ол есік алдында деді. Ол өзі студент болатын. Он студент, он уснул на кресле во дворе. Да. У них частный дом. Это было... Бұл жағдай таңертең болғандықтан ол түнде достарымен қыдырып кетеді. Ол мынандай тойларда нелерде өлең айтады. Он подрабатывает песнями на свадьбах. То есть он был в тот день, он с друзьями ушел и пришел, видимо, под утро и уснул. И содан мен оның аузын ішкедім, ол арақ ішпейді ғой, арақ ішпейтін шығар деп. Содан олда арақтың иісі болған жоқ ешқандай. Горилла деген көп ішіпті. Он думал, что он выпил, принюхался, нет, запаха алкоголя не было, но он пил энергетик горилла, очень много. Содан әйелім су алып келді де, бетіне су шашайық деді, маған су берді, мен бетіне бүркідім. Ешқандай тірлік болмады, қайтадан суды бетіне немен құйдым кружкамен, одан да іштіңе болмады. Супруга принесла воду, чтобы брызгать его, он никакой реакции, когда они его брызгали. Содан мен, маған ой келді, мен өзге тілмен сыйынып тұрдым, бәріміз сыйындық сол жерде, әйелім бар, сыйынып тұрған кезде ой келді, егер оны Құдай өзіне қызметке шақырған болса, сол үшін ол дүниеге келген болса, онда ол тірі деді. Хочу еще отметить, у него были ноги и руки ледяные уже в тот момент. И когда к нему, ему пришла мысль в голову, что если отец его призвал уже для миссии, ну что-то, он еще ее не исполнил. И он сказал, что он живой. И челюсть, она не раздвигалась у него, челюсть не раздвигалась. То есть он уже был, ну, окоченелый. И он, раздвинув челюсть... Сосын мен оның аузын қысып тұрып аштым. Осы жерде бір момент бар. Мен былтыр Андрей Яковичының қызметіне келген кезде, мен осы служениеге қарсы болған. Здесь есть один момент. В прошлом году, когда Андрей с Олечкой приезжали на уединение в Алмату, он был против этого служения. Ну, то есть, вот этот момент. Содан өткені мен новый жезінден болған, өзім жаң өмір қауымынан, ол жерде олардыкының айтқанынан басқа нәрсені алуға болмайды. Потому что в новой жизни учили, что, ну, религия, сами понимаете. Содан маған бағушым Сәкен ағам түсіндірді, ол айтты, разумление болды. Сол кезде мен Андрейдің нелерін көре бастадым.
оқи бастадым. Да, с того момента. Содан маған түсінік келді. С того момента он стал, как пастор Сакен вразумление дал ему, он начал слушать Андрея. Да, содан бастап маған түсінік келді. Мен өмір беруші рухпын деп мен жариялай бастадым. И в тот момент ему пришла вот, что я дух животворящий. И он вдохнул в него с этими словами. Минуточку. Да. Он открыл рот да. сына. Он, да. Раздвинув и челюсть. И со словами «ты дух животворящий» дух вдохнул туда. Да, вдохнул туда. Да. Ты дух животворящий. Мен айттым оған, сен өлген жоқсың дедім. Сен өлген жоқсың. Сен, мен өмір беруші рухпын дедім. Қайда қаласам сол жаққа тыныстаймын. Бірінші соны айттым. Сперва он сказал, я дух животворящий. Я дух животворящий. Да. Да, и я куда вдуну. Я где хочу, жизнь. Там дышу, я сказал. И потом раздвинул его рот и сказал, ты дух животворящий, ты живой во имя Иешуа. И он встал. Его сол кезде колын токпен соққандай, осылай сермеп жіберді. Его как будто током шибануло, и он... И вот да. тогда я начал еще сильнее верить. И потому что это наше служение, небесная цивилизация. Это от Бога. Аллилуйя. Yes. Аллилуйя. Я верю. Наш Бог живой. Брат, потому что наши вот, братья, которые все сидят, сыны. Вы Аминь. Духи животворящие. Yes. Аллилуйя. Брат, ты мне одно только скажи, ты по-русски сейчас духом тоже заговорил? Это называется святое дерзновение в вере. Для чего мы это говорим? Вот все время, я дух животворящий, я дух. Для кого-то это, как я вчера сказал, уже как лейба какая-то, знаете. А вот это момент, когда ты, извините, друзья, когда ты приходишь, а у твоего сына ноги холодные, он окоченел и не шевелится. И ты разжимаешь силой рот и со словами «Я дух животворящий» высвобождаешь силу воскресения. Аллилуйя! Брат, ты сегодня со мной молись за исцеление, хорошо? Спасибо большое. Вау! Вау! Аллилуйя! Вот это да. Еще я хочу дать... У нас же время заканчивается. Может, сегодня без проповеди обойдемся? Вы хотите засвидетельствовать? Выходите. И еще, вчера сестра Райхон, где ты? Что-то не вижу тебя. А, вот. Иди сюда. Сейчас, постой здесь. У тебя будет буквально 2-3 минуты. Такое длинное свидетельство у тебя, конечно, но надо будет уложиться. Держите. Быстренько тоже. Сейчас только пастор сказал, что вчера у кого-то там ушел жировик. Я подтяните просто... звук, пожалуйста. Вот. Я просто обратила на свой жировик внимание. У вас здесь был... Да не мне, сестре. Вот здесь у вас был жировик. Эй, что вы делаете там? Здесь был жировик, да? Жировик, он, знаете, как мышцы. Я на него даже... Так сильно выпирал? Да. Я на него даже внимания обращала. А вы представляете, сейчас, когда говорите, я что-то так пас, и у меня ее нету. Просто вот живой. Когда ты проснулся? Ребята, вы что там, не проснулись или что? Я вас прошу, сделайте звук нормальный. Я тихо говорю. Это когда, вчера или сегодня? Я даже не знаю, вчера или сегодня это произошло. Вы когда сказали, вы все замыливаете свои свидетельства, я глянула на свой жировик, его нету, понимаете? Вот это я не знаю, когда вчера произошло, сегодня это... Сегодня заметили, да? Да, вот сейчас я заметила, я еще даю, говорю, потрогай, есть там что-нибудь? Она говорит, ничего нету. Я говорю, да ну. Да ну, ну да. Ой, давай отцу славу дадим. У меня свидетельство, как отец воскресил уже двоих человек в Кыргызстане, в Бишкеке через меня.
Вот, но хочу сказать, как я попала в небесную цивилизацию. Я попала. Попала. Я неделю за полтора часа до работы, я приезжала на работу, чтобы искать Иисуса, уже самого Иисуса. Ни финансы, ни дом, ничего. И я прям просила очень целый час, ровно час я для себя это поставила. Я не знаю, сколько, я не знала тогда, сколько я буду молиться, месяц или там год. Я решила, пока я не увижу Иисуса, я не отстану. И я просила: Иисус, приди, я хочу тебя увидеть, все, мне нужен только ты, больше ничего. И вот так неделя прошла, и через неделю сестры меня позвали в гости. Ну, я приехала, конечно, Айна Гулидже, Аджар. И Аджар села возле меня, и она стала мне... Если бы она сказала про Андрея Яковишина, смотри его, слушай, я бы не слушала, потому что мне многие вот так отсылают. Но просто я как старалась слушаться в церкви пастора, чтобы никого не слушать. Но она мне стала говорить это о зеркале славы. Но когда она... Но когда она мне говорила о зеркале славы, я вот четко, я вообще я была удивлена, и одновременно у меня все внутри происходило. Я слышала, как она мне говорит о зеркале славы, но голосом Иисуса. Сам Иисус говорил. И я так радовалась, я думаю, сам Иисус говорит. Но я одновременно я говорила: Иисус, почему это ты через нее пришел ко мне, через нее говоришь, я недостойна, что ли, тебя? Ну, вот так вот. И я думаю: Аджар, если бы ты знала, что сейчас сам Иисус через тебя говорит. И я стала делать зеркало славы, и только потом они сказали, это Андрей, ну, через Андрея Яковишина отец. Мне было очень сложно от Бога перейти к отцу. И мы приехали на уединение в Алмату вот в октябре. Конечно, я тогда себя вела совсем по-другому, не как сейчас. Я вообще себя вот в угол заточила, ну, закрытая, ни с кем не общалась, ничего. Я боялась на камеры попасть, что мой пастор, моя церковь увидит, что и это будет как бы предательство с моей стороны. И я прям вот так вот закрылась. И я вот, ну, то, что не открыто, я приехала домой, и я просто у меня началась депрессия, истерики, что я настолько многого ожидала, но я приехала ни с чем. И тут отец проговорил это. Ну, как бы я стала просить это: отец, забери меня, я не хочу больше здесь жить, все, меня ничего не держит здесь, и, ну, ничего не получилось. У меня были надежды на это уединение. И отец проговорил: ты не умрешь. Ну, ты будешь вечно жить. Я говорю: я знаю, что я с тобой буду вечно жить, но сейчас с этой земли. Он говорит: нет, ты физически не умрешь. И с одной депрессии я в другую, что я не соглашалась, я не хотела. Я говорю: не нужна мне такая жизнь, вот тем более вечная, с такими трудностями. И когда я уже успокоилась, он мне сказал: ты не будешь с такими трудностями. Все. Ну, я вот приняла. Я когда приняла, ну, он сказал, что вот, что я есть жизнь. И когда я приняла, ну, я не понимала все равно до конца. Ну, такая, ладно, буду вечно жить. Но он через меня в декабре, в октябре вот на уединение мы съездили, и в декабре отец, я с дочкой на маршрутке, на остановке мы слезли, и там толпа людей на трассе. И обычно я не видела, что там произошло, но если бы я сразу с маршрутки увидела бы человека, я просто развернулась. Ну, я избегала такие, ну, из-за страха, боялась почему-то. И тут я вот подошла, что случилось. И лежит полностью накрытый человек, сбитый джипом. И они ожидали милицию, ожидали скорую. И почему-то у меня вот это вот побудило. Я не прикасалась, я не садилась. Я просто вот так возложила, толпа стоит. И я помолилась. Я сказала: я жизнь, я даю жизнь. И вот так вот я помолилась. Ну, минуты пять, наверное, и все. Нет, ну, чуть-чуть даже. И я развернулась, стала разговаривать с человеком. И дочь стоит у меня вот за платье. Мам, смотри, он встал. Я говорю: кто встал? Вот. Я говорю: кто встал? Которого сбили, говорит, который умер. Я так поворачиваюсь, а никого не было уже на трассе. И я говорю: а где он, куда он пошел? Она говорит: вон. И я его видела со стороны, и он шел. За ним бежит человек, который сбил. Они с женой, они его сбили. И он говорит, самый счастливый в этот момент человек, это тот, который сбил. Да, он бежит за ним. Я говорю: подожди, говорю.
Может, тебе помощь какая-нибудь? Он: не нужна мне ваша помощь, я домой иду. Подожди, говорит, сейчас скорая приедет, тебе поможем. Отстаньте, говорит, от меня, я сказала, мне домой нужно. И он так быстро прям, я вот так стояла, это что? А дочка: мам, что ты сделала? Говорит, что он встал, что ты сделала? Я говорю, я не знаю, это отец. Говорю, это не я, говорю, это вот все к нему, говорю. И вот... Аллилуйя! Да, и такая радость вообще. Но я потом как бы это допустила, ну это случайно, ну это, наверное, ну как бы вот это. И второй случай, это уже внутри церкви. В церкви умирает женщина, 80 с чем-то лет, и два свидетеля были. Двое сказали, она умерла, она не дышит, сердце не бьется. А я молилась, я резко, как только увидела, что она все, я подошла и это, я молилась за нее, я высвобождала жизнь во все ее эти. И вот одна женщина, у нее дар такой, она прям видит, сканирует человека. И она видела, она потом мне это рассказывает. И я молилась до тех пор, пока это меня не оставило. И когда я уже, ну, все внутри есть, остановись уже, все. И тут как раз стали говорить, выйдите из церкви, ну, чтобы воздух. И мы вышли, и вот эта сестра, она стала рассказывать. Райхон, ты когда молилась, говорит, я видела, что делала молитва, и я видела, что с ней происходило. У нее, говорит, сердце было основное. Она твердая была, ей вот били по щекам, это, хотели открыть рот. Они не могли ее, ни рот открыть, так же брызгали, так же вот это нашатырили, что-то дают нюхать. Она не приходила в себя, вот, много суетились, скорую вызвали. И эта сестра, она говорит, я, говорит, видела, что молитва делала, говорит, ты так молилась, говорит, но молитва, и что в ней происходило, жизнь, как сказать, вот когда человек потерял сознание и приходит в себя, каждый орган вот так, она видела, как каждый орган, вот жизнь протекала туда, и вот, вот сосуды, вены, кровь начинала циркулировать, вот это вот все. Вот, и она говорит, но у меня идет духи, чтобы ты еще раз помолилась, когда ее загружали в скорую. И диагноз этой женщины врачи поставили, что у нее сердце как у молодухи, как у молодой. Давление, вот эти все органы, все у нее в порядке, как у молодой девушки, вот все прям. Потому что у нее проверили вот, ну, мозг, голову, там, сердце, давление. Мне нравится, как у молодухи. А вот все органы. Повернись кому-то, скажи, ты молодуха. Вот. Это наше новое словечко будет. Да? Вот, я сама была, конечно, удивлена. Это потрясающе. Слава отцу. Давайте отцу славу дадим. Можно еще? Вы знаете, и Бог, отец очень много вообще в моей жизни, очень вот как небесную цивилизацию, без постов, без молитв, резко стал отец изменяться, я резко стала изменяться, круг моей жизни. Просто я говорю, ты нетленный. Ну, человек не говорит, какие болезни. Я говорю, ну ты нетленный, и вот объясняю, как Андрей. Я приходит через неделю, говорит, много лет страдала от геморроя, исцелилась. Я говорю, ух ты, классно. И она говорит, ну, еще бы и сердце, но я также не знала, насколько сердце. Я говорю, ну так ты вся, вот, ну, вот человеку проповедую. И полдня без таблетки не могла от многолетней болезни сердца, и тоже исцеление. И вот это вот все, что вот, ну, говорю, вот отец прямо это вот исполняет вообще, это круто. Аминь. Будешь сегодня тоже молиться со мной. Друзья, я, знаете, что меня зацепило больше всего в ее свидетельстве? Потому что для меня это не просто, что, ну, не то, что не просто. Воскресли люди, кто-то исцелился. Причем, видите, как воскресение такое явное, что не потребовалось ни лечения, ничего. Она рассказывала вчера. Она говорит, я была такая прилежная в посте и в молитве. Я годами постилась, годами. И все было ради одного, чтобы услышать лично Иисуса. И говорит, когда эта сестра просто рассказывала про зеркало славы, я поняла, что говорит Иисус. Знаете, вот это, внимание, говорит Иисус.
И вот то, что с ней произошло, вот эти свидетельства, это после этого. Поэтому, когда если тебе кто-то будет говорить что-то за зеркало славы, посылай лесом. Я имею в виду что-то плохое. Скажи, вы еще не знаете, что такое зеркало славы. Зеркало славы – это и есть Сын Божий. Аллилуйя. Как классно вообще, как классно, просто потрясающе. Столько мы сегодня наслушались чудес. Еще далеко не все, далеко не все. Что-то мне не нравится звук сегодня. Алло, о, нормально, так лучше, мне кажется. Глухой немножко. Знаете, у меня слух музыкальный, мне вообще угодить очень непросто. На тему аппаратуры. На тему аппаратуры, на тему звука. Там, поэтому, ну так, извините, если что. Давайте Отцу славу дадим. Смотрите, друзья, я буквально несколько высвобожу таких истин. Что-то напомнится, что-то возбудит чистый смысл. Для кого-то, может, это будет что-то новое. И, конечно, мы еще помолимся. Я хочу, чтобы вот те, кто вчера руки поднимал, хотел молиться за исцеление, и также те, кто выходил вот сегодня, вот этот брат, Райхон, все, кто стали двигаться в силе с таким дерзновением, также со мной сегодня будете возлагать руки на всех желающих. Вы тут? Я же таких вообще чудес, свидетельств всегда плыву. Думаю, вот это да, вот это жизнь, вот это небесная цивилизация. Потому что написано, идите научите все народы. Знаете, религиозный человек думает, что идти научить, это идти и болтать что-то делать. Научить это научить делать. Потому что дальше написано, крестя их в то, что учите, погружая. Не просто забивая голову бесконечными знаниями. Спасибо, Райхон. Спасибо, спасибо. Это мне нравится. Не мешайте мне, пожалуйста. Сейчас нужно просто послушать. Вы меня отвлекаете. И вот этот брат, когда он говорит, что он в этой экстремальной ситуации говорит, прямо стал так действовать, и вот это слово «дух животворящий». Давайте будем честными. До того, как мы стали это говорить небесной цивилизации, вы слышали, что пастора сильно кричали «Дух животворящий, Дух животворящий»? Я не слышал. Упоминали, просто мелькало оно где-то, но так, чтобы на этом ставили, на животворящем духе, такую мощную ставку, такой акцент, не было. Мне сказал это делать Отец. И много терминов в небесной цивилизации возникло. И много терминов возникло, потому что отец мне сказал, чуть-чуть уменьши меня. Потому что отец мне сказал, многие термины стали заезженными лейбами. И я столкнулся с тем, что каждое явление, живое явление, мне нужно было обозначать так, как еще никто не говорил. Я просто выковыривал из, знаете, это надо было, чтобы это тоже было из Библии, или, по крайней мере, это звучало как из Библии. Потому что верующим людям им вот место Писания, да, и все. И с одной стороны это правильно, с другой стороны, друзья мои, есть тысячи, миллионы верующих, которые вообще никогда не держали Библию в руках. Ребята, вы нам недолго эксперименты еще ставить будете, ну серьезно, ну сделайте звук нормально. Вы же служите сейчас сотням людей. Вот каждый человек, который выходит служить, друзья мои, чем бы он ни занимался, он должен быть движим помазанием. Ты можешь просто взять, вот встать в группе порядка на дверь, один человек, с непроснувшейся головой, и запороть половину служения. У нас было такие, вот, знаете, сестра стала, новые люди приходят, она говорит, так, вы кто? А ну-ка, давай, там, знаешь, что-то не выспалось. И люди новые ушли. Я когда узнал, я чуть в пепел не превратил. Говорю, ты что делаешь вообще? То есть новые люди, представляете, да? То есть, ну, наоборот, заходите. Там. Они не сказали, они сами не поняли, говорит, куда они пришли. Я говорю, какая разница? Мимо проходили, заходите. Что вы так, ну, вообще, да? Давай Отцу славу дадим.
И поэтому вот так вот. Смотрите, я хочу сейчас еще один момент сказать, друзья. Сейчас я скажу за нетление несколько вещей и будем молиться. Прежде чем скажу, расскажу вам анекдот. Хотите? Может, кто-то даже себя узнает. Это вот то, что я наблюдаю годы и годы в христианстве. Воплотился Иисус в простого поликлиничного врача. Вот пришел и такой бам, в поликлинике появился новый врач. Никто не знает, что он Иисус. Он в халате сел и ведет прием. Интересная картина. Ух ты! И значит, заезжает на коляске человек, на инвалидный. Только рот открыл что-то рассказывать, Иисус говорит, встань и ходи! Тот такой, бум, с коляски выскочил, такой, оу! И тот говорит, с миром Божьим, иди с миром. Тот такой, ну, взял коляску и пошел. Выходит за дверь, а там толпа, говорит, ну как новый врач, ну как он? А он говорит, да, такой, как и все, даже не выслушал. А теперь я вам растолкую эту притчу. Служите, Сын Божий ведет трансляцию лично для тебя. Он послан не для того, чтобы тебя выслушивать. Он послан для того, чтобы ты слушал. Толпа, которая ждала за дверью, они даже не заметили, что чел с коляски встал. Им надо было мнение человека о новом враче. Это то, что я вижу постоянно. Я говорю, да идите у людей, спросите, что с ними происходит. Посмотрите, послушайте, что происходит. Они говорят, а там вот пастор один сказал, что ты колдун Кашпировский, знаешь. Я говорю, вот если честно, у того же Кашпировского, я говорю, чудес больше, чем у твоего пастора. Вот когда он будет собирать такие стадионы, как Анатолий Кашпировский, там, или, знаете, как столько будет исцелений у него, вот тогда и скажет он, нормальный это человек или нет. А так даже слушать болтунов не хочу. Но это то, что происходит. Люди не замечают основное. Трансляция произошла. Где такое видано было, чтобы из кабинета врача выходили вот так вот, знаешь, с коляской под рукой? Нет. Но им не интересно. Что он тебе сказал? Да ничего, такой же, как и все. К нему не подойдешь, он окружился там свитой. Знаешь, разговаривать со мной не хочет, зазнался там. Я ж с тобой разговаривал, вот, в микрофон, прямо с тобой. Это не упрек, любимый, я просто хочу, чтобы все работало на вас. Сейчас я задам вам один вопрос. Когда я говорю в микрофон или в эфире, если у тебя нет восприятия, что я говорю лично тебе, ты все пропустил. Если Бог не говорит лично к тебе через меня, так у меня вопрос тогда, кому он вообще тогда говорит? Потому что есть такой, знаешь, ну это ты всем говорил, а ты мне скажи. Я тебе говорил. Вот твоя ошибка в том, что ты не понял, что когда я говорил в эфире, я к тебе говорил. А ты снова говоришь, иди мне, теперь мне говори. Вот это то, что сделал вот этот. Даже не поговорил. Да в твою жизнь высвобождена такая сила. Что тебе сказать? О чем говорить? Иди славь Отца вообще, что с тобой Бог сделал. Зачем тебе эти разговоры? Ты же просто, когда говоришь, мне надо вот это, иногда перечеркиваешь все. Ну, это все понятно. Но все, ты все проворонил. Все проворонил. Мне это говорит о том, что я говорил сейчас в это время, во время послания, не с тобой. Я с тобой, но ты думал, что не с тобой. Это со всеми. Представляешь, каждый сидит и думает, это со всеми. Это не со мной, это со всеми. В итоге я кому говорю вообще? Это вот так чувствует себя отец. Все написано, свидетельствует о нем. Солнце говорит, написано, голос от края до края. Это всем, и злым, и добрым. А ты мне скажи. Я удивляюсь, вот это, знаете, иногда бывает, что слышу такие, ну, это уже с нами почти не происходит, да, но бывает еще, бывает. Послушали, я помню, сестра одна ходила после торжества здесь. Потом подходит кому-то из наших служителей и говорит, я вот 3 дня не пойму, что я сюда приехал? Может, у вас слово для меня будет? Тут служитель чуть со стула не упал, говорит, вы серьезно?
Я говорю, я вам не скажу больше, чем Андрей говорил. Вы что, с ума сошли? Такой прямо аж в шоке был. Это значит, что человек сидел и реально не понимал, что это отец говорит лично, к нему. Для меня это болезнь просто. Реально, я аж болею, когда такое слышу. Да ты что? Да ты что? И это обычно бывает с людьми, которые, вот они, вот это диагноз людей, которые Бога не слышат. Потому что они не понимают, что все идет между тобой и им. Знаете, вот когда люди говорят, я хочу, чтобы Бог говорил мне лично, а не через кого-то. Я думаю, что каждый из нас хоть раз такую фразу произносил. Так я тебе хочу сказать, что Бог через кого-то тоже говорит тебе лично. Вот и все. Ты еще будешь отцу указывать, как с тобой разговаривать. Да? Лучше бы тебе навострить ухо и узнавать его голос везде. Вот поэтому, вот когда ты начнешь узнавать его везде, у тебя все станет только лично. У тебя даже не будет ни одного проявления голоса отца, который был бы не к тебе, не лично. У тебя не будет проблем слышать его вообще. Поэтому, когда вот у тебя идет трансляция в твою жизнь, воспринимай ее лично, будь очень счастлив и не говори потом, ну, это все понятно, это все мимо, а теперь мне скажи, ты будешь вечно глухим. Будешь вечно глухим, если будешь так, ну, думать. А это в небесной цивилизации недопустимо. Амин? Анекдот запомнили? Каждый раз, когда хочешь идти кого-то что-то грузить там по ушам, ты себя спроси, может, я похож на него? А поговорить? А поговорить? Поэтому многое из этого, из этих разговоров вообще не надо. Говори с отцом, когда он обращается к тебе через послание, через откровение. Я иногда, когда вот говорю, я чувствую, все, чаша наполнилась, хватит. Подходит человек и говорит, скажи мне что-нибудь там, ну там по пророчеству или еще что-то. Я говорю, я только что пророчествовал. Два служения подряд. Но это было не пророчество, это было пророчество. Все, что не является пророчеством, проповедью не является вообще. Потому что пророчество, написано свидетельство Иисусова, дух пророчества. Везде, где говорит Иисус, если ты веришь, что через меня говорит Сын Божий, это означает, что пророческая трансляция могущественно льется в твою жизнь. Поэтому-то она и меняется. Но когда ты говоришь, это все понятно, то же самое ты можешь поднять Библию в воздух и сказать, это все ясно, ну-ка давай тут. Ну почитай. Проповедник приходит, говорите, это все ясно. Давай, будешь вечно глухим. Усвоили? Усвоили, я знал, что вы усвоите. Пирожочки небесные. Давайте отцу славу дадим. Ой, как мало времени. Скажу несколько тезисов тогда и будем делать это. Скажи, как этот брат, я дух животворящий. Скажи это еще раз более уверенно. Круто. Вы знаете все, друзья мои, что Писание говорит, мы им движемся и существуем. Живем, существуем, движемся им. Кем? Иисусом. Это ответ на все случаи правильный. Богом, животворящим духом. Запомните, животворящий дух – это имя Иисуса. Это его суть. Написано, последний Адам – дух животворящий. Животворящий дух, скажи, животворящий дух. Вы знаете, что вот я иногда приходил в эйфорические состояния, просто повторяя эту фразу. Ходил вот как молитва, я говорю, дух животворящий, дух животворящий, дух животворящий. Меня наполняло и наполняет. Это как вот слово помазание, точно так же. И смотрите, главная истина, которую нужно знать о теле, одна из самых главнейших. Ты любишь вообще свое тело или нет? Я уже многих научил любить свое тело. Потому что люди ненавидели свои тела, презирали, знаете, им там внушили, что они там некрасивые, там еще какие-то. Но самое главное, что нужно знать о теле. Тело – это сокровище. Все на этой земле, друзья мои, о теле.
Религия, она, знаете, она пытается человека отделить от тела. Она говорит, тело – это все плоть. Там, это... Павел смеется над ними, говорит, небрежение плоти. Это, говорит, самовольное служение. Это не служение животворящего духа. Это бред, ересь. Потому что все о теле. И неужели вы думаете, что если бы была возможность помочь миру, без того, чтобы отдано было тело, кто-то бы отдавал тело? Тело сейчас воспринимается как жертва. Никто же из вас не говорит, Иисус духом своим пожертвовал. Да, это все понятно. Что там духу станет вообще, да? Тело, вот это уже серьезно. Скажи, тело. Кто не знает, слушайте. Тело без духа мертво. Без чего мертво тело? Без духа. Или без воздуха. Или без воды. Или без еды. Или без секса. Вот да, вот это правильный ответ, да? Тело мертво без духа. Что бы ты ни делал, написано, что если... В теле нету духа, оно все, мертво, да? Если еды нету, это еще ничего не значит. Если воды нету, это еще тоже ничего не значит. Понятное дело, что земная философия, она спешит нас убедить. Ну, понимаешь, человек без воздуха не живет даже 5 минут. В лучшем случае 5 минут. Но уже мир даже знает случаи, жили и больше. А бывали случаи, когда человек не дышал, вообще не дышал, 10 минут, 20 минут, джип сбил. И вообще холодный лежал уже там. Ни воздуха в нем, ни еда уже не помогала, ничего. Но когда дух возвратился, все ожило. Видите как? На этом месте нужно Отцу славу воздать. Послушайте, пренебрежение этим моментом, вот есть выражение, пренебрегать духом. Пренебрегать духом – это не значит неуважительно там, не сказать «О, Дух Святой, спокойной ночи». Это не об этом. Ну, кто-то думает, что если не сказать «Доброе утро, Дух Святой», как дедушка Бенни научил, то уже все плохо будет, да? Внимание к Святому Духу, внимание к Духу жизни заключается не в твоем раскланивании с Ним. Абсолютно не в этом дело. Пренебрежение духом, слушай сюда внимательно, это касается тела. Пренебрежение духом – это когда ты всю нагрузку, всю функцию духа забираешь у него и отдаешь телу. Как это выражается? Например, ты говоришь, ну Иисус, помните, говорит, вы от тленной пищи заботитесь. То есть вы заботитесь о том, делаете ставку на тело. Он говорит, вы делаете ставку на тело, и что происходит? С человеком, который делает плоть опорою, плоть разрушается. Ты начинаешь думать, что тебе надо укреплять плоть там, едой, там, водой, какими-то правильными питаниями и все такое прочее. Это все неплохо. Но на самом деле тело укрепляется духом, потому что движется и существует оно именно им. И извращение на эту тему привело к многим страшным последствиям, катастрофам. Я говорил об этом. Даже в Ветхом Завете вы можете читать, что люди стали пренебрегать духом. Отец сказал, не вечно быть пренебрегаемым духу. Говорит, мысли их зло во всякое время. То есть о духе они вообще не помышляли. И тела их стали умирать быстрее, стали разрушаться. Вы здесь? И поэтому дух, животворящий дух, дух жизни, он исполняет питательную, энергетическую и все функции, связанные с тем, чтобы тело жило. Именно поэтому тело названо его храмом. Тело – это не храм еды, не храм воды и даже не воздуха. Тело – это храм духа. Давайте славу дадим. Однажды отец мне сказал, еда для наслаждения. И все, я когда это высвободил, вот что сделали люди сразу? Пошли наслаждаться. То хоть немножко сдерживались, как только услышали, что еда для наслаждения – и думает, а, ну, наслаждение – это ж наша тема, пойдем. И один брат мне звонит, говорит, что-то я занаслаждался, десятку набрал, говорит, за месяц. А?
10 килограмм за месяц набрал, откровение получил, вот это, поняли? И, чтобы вы поняли, ему и так не надо было, он еще набрал. Еда для наслаждения, чтобы было понятно, как это выглядит. Еда, ой, это мощная истина, можете себе записать. Еда – это десерт для тела. Всего лишь десерт, когда тело напитано, насыщено помазанием, животворящим духом. И оно часто и есть вообще не хочет. Как я. Вы смеетесь. Спросите Оля. Я со среды почти ничего не ел. Со среды. С самолета как вылез и почти ничего не ел. Я отлично себя чувствую. Еще и люди исцеляются. Видите? Нормальненько. Хожу такой. Красавчик. Помолодевший. Похудевший. И вы знаете, если вы думаете, что я пойду отъедаться, то нет. Мне хорошо. Вот я люблю это испытывать. Чувство, когда тебе хорошо без этого всего, оно тебя даже не отвлекает. И отец так задумал. Именно об этом говорил Иисус, говорит, я должен стать вашей пищей. И все такие, как тебя съесть? Но если ты знаешь, что это дух животворящий сказал, тогда понятно. Он точно... Я сейчас не говорю о каком-то учении, которое призывает не есть. Но именно пренебрежение этим фактом, что тело питается духом, духом питается тело, высвобождает и разрушает тела. Многие болезни просто начинают. Почему? Ты можешь даже сказать в этот момент, ем нормально, сплю нормально, пью ненормально. Да? Ну, хватает воды, еды, воздуха, всего хватает. Чего я болею? Чего я болею? Я так много слышал таких вопросов. Ну, люди говорят, стресс. Вот. Стресс – это и есть отсутствие питания духом. Вот и все. И не только стресс, необъяснимые болезни, все оттуда. Вы здесь? Ты запомнил это классное откровение? Еда – это десерт. Вот когда ты уже наелся духом, отец говорит, ну еще для наслаждения у меня для тебя вот есть вот Эдемский сад, тут яблочки, виноградики всякие, покушай. А мясо? Можно и мясо. Животворящий дух, он даже яды переваривает. Все можно есть тому, кто в духе живет, с тобой ничего не будет. Вот когда ты живешь в духе, я тебе бросаю прям вызов. Когда ты живешь в духе, ешь что хочешь, даже фигура не испортится. Почему? Да не полезет лишнего. Все проблемы с перееданием, это когда ты проворонил очередное питание животворящим духом. Теперь я еще дальше двинусь. С едой понятно? Точно понятно? Вообще интересно или нет? Давай Отцу славу дадим. Есть и другие вещи. Мы говорили за то, что мы дышим славой. Помните? Кто дышит славой вообще? А вы для чего это вспоминаете? Так иногда, чтобы кайфануть, ты говоришь, дышу славой. Подышал славой и забыл. И пошел дышать дальше обычным воздухом, да? Теперь слушай о теле чуть-чуть скажу. Библия говорит, Павел говорит, что наше тело, он его называет уничиженным. Мы тоже говорили об этом, но я напомню. Называет его уничиженным. И я задавал вопрос, кто уничижил тело? Потому что если слушать реально трансляцию небесную, говорится, что тела наши члены Христовы. Мне кажется, что когда Бог об этом говорил, он наоборот возвысил тело. Тела, говорит, ваш храм Божий. Где ж тут унижение какое? Душевное отношение к телу унижает его. Мысли о том, что оно смертное, унижают его. Они буквально отнимают его способности не тлеть, не болеть, не потеть, не все плохого. Да, там, хорошо пахнуть. Отнимают, потому что написано, что Христово благоухание. Ну, когда ты думаешь, ну, мы же тут на земле еще, потеем, воняем, знаешь, вот тогда все это и начинается. Поэтому как еда для наслаждения, так и тело для благоухания. Как это сделать? Да? Ну, об этом отдельно будет разговор. Вы здесь? Давай Отцу славу дадим. Не уставай делать это.
И вот мы говорим, возвращаемся к земле. Для одних земля полна славы, для других есть дух противления, господствующий в воздухе. Помните, написано? И который мир лежит во зле. Я предлагал всегда определиться, для тебя что? Мир лежит во зле или земля полна славы? Потому что от этого будет зависеть, чем ты дышишь. У них дух, господствующий в воздухе. Значит, когда они вдыхают воздух, они вдыхают дух противления. Кто они? Сыны противления. Все противники. На самом деле, Библия нам открывает этот секрет. Все противники дышат противлением. Как дыхание. Каждое их дыхание – это Богу нет. 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 Естественно, что с ними происходит? С телами то же самое. И это не обязательно какие-то богохульники или там других религий, еще что-то. Это просто люди в состоянии противления. Среди христиан их тоже хватает. Вы здесь? А вот есть, как вы думаете, они знают, что они этим дышат или нет? Да не знают они ничего. Мы сами недавно об этом узнали. Они дышат и не знают ничего. А Библия открывает это. Апостол Павел получает откровение. Он говорит, вот они так вот дышат. А еще есть возможность дышать славой. И сегодня, друзья мои, можно очень легко эту функцию вообще пренебрегать. Точно так, как пренебрегая духом в еде, в питании телом, ты просто отделяешь себя от этого. Как написано, что ты можешь члены тела своего у духа животворящего что? Отнять. Вы помните это вообще или нет? Я стараюсь так напомнить. Я вам напомню. Апостол Павел говорит, отниму ли у Христа члены тела, чтобы сделать их одним телом с блудницей? Говорит, да не будет. Оказывается, решением своей воли человек может взять, перестать считать свое тело Христовым храмом и отдать в другое место. Точно так он может сказать, нет, мое тело для пищи. Оно не имеет отношения к духу животворящему. Все, тело начинает разрушаться. То есть человек старается только о еде, он там, знаешь, вот надо покушать, а то мы умрем. Он говорит, не говори так, что нам есть и пить. Это об этом. Потому что когда ты так говоришь, ты просто обозначаешь мое тело для еды. Дыхание то же самое. Оказывается, человек может взять и сказать, дело в том, что я не воздухом дышу. Вот те дышат духом противления, а я дышу славой. Я бы советовал каждому не просто знать, что ты дышишь славой, а прямо практиковать это, особенно когда ты себя плохо чувствуешь. В восточной религии уже некоторые и то просекли это. У них дыхательные практики там, а наши еле дышат. Иногда. И слушай, дыши давай, сынок, дыши. Глубокое дыхание с полным осознанием, что вдыхаешь ты не воздух, а славу, тебя может исцелить просто в один день. Вот тебя плохо себя чувствуешь, возьми себе, скажи, я сейчас славой подышу целенаправленно минут 10 и подыши. Глубоко вдыхая славу, глубоко выдыхая. Первое, что изменится, это твое моральное состояние, настроение. Аминь. Отпустит стресс. Давление нормализуется, сердце заработает нормально. Прояснятся у тебя все внутри, в голове. Это работает, я на себе проверял. У меня вот, например, элементарно, любой человек, когда, например, в напряжении, у него может начать болеть шея и голова. Я просто беру и дышу. Я и Олю так научил. Я говорю, давай подышим. Вдыхаю славу, выдыхаю хвалу. Хвала тебе. И все проходит. 2 минуты. Не надо ничего делать. Таблеток пить, еще что-то. Теперь, ты еще здесь? Тебе интересно вообще или нет? В твоей власти или относиться к этому душевно и уничижать тело, в твоей власти соглашаться с его величием. Но тогда дыхание у тебя происходит. Вдыхание славы – это не просто воздух. Сейчас я вам покажу еще про землю кое-что. Еще у нас будет школа земли скоро. Помните, я обещал, да? Столько школ у нас вообще. Так учителем можно стать незаметным.
Давай, давай, давай прославим отца. Каким образом человек отнимает члены тела у Христа и делает их членами тела чего-то другого? Решением. Решил и отнял. Первая приходит мысль, нет, ну я сейчас вот не буду членом тела там Духа Животворящего, я побуду каким-нибудь другим членом там, да? И вот он это делает. Точно так он делает. Берет, отнимает свое тело у Духа Животворящего, делает его телом для еды. Отнимает свое дыхание у славы, делает его дыханием воздуха, чего-то еще другого, чего угодно. Отнимает свои глаза у света Божьего и делает его их глазами солнечного света. Что за новости? Вы знаете, что Бог есть свет? Вы вообще во всей Библии, если возьмете оригинал, везде, где говорится о духовном свете и о свете физическом, это все одно слово. Это не два разных слова. Там свет и тут свет. И нужно, так интересно, Бог какой свет, физический или духовный? Ну и когда Сын знает, что все небесное и земное соединилось, вот ты получаешь свою новую землю и новое небо в своем прозрении, когда ты понимаешь, что теперь свет Божий, он не там, а все, что на тебя светит. Тут скажет, так это же солнце. Послушайте, источник света – Бог. Он может светить через все, что угодно, и через солнце тоже. И когда ты находишься под солнцем, тебе надо понимать, что это Бог на тебя светит. Когда ты дышишь воздухом, тебе надо понимать, что ты славой дышишь. Аминь. Аминь. Ты готов отца прославить еще? Я понял. Новое небо и новая земля, она открывается в прозрении, а не в конце света. Ты слышишь? И поэтому, когда ты знаешь, что зрение – это не глаза, и слух – это не уши, это функции, а уши просто хорошо выглядят. Точно так ты знаешь, что твоя жизнь – она не, это не еда, это не свет солнца. Как это увидеть? Апостол Павел говорит, через рассматривание творений его вечная сила и божество видимы. Вы знаете, что в Ветхом Завете никто даже не догадывался до этого. Они говорят, да это все земля, понятно, падший мир. Вот Бог на небесах. И вдруг появляется такой красавчик Павел и говорит, нет, через рассматривание творений ты его увидишь. Что через солнце, что через воздух. Это сразу тебя делает вообще жителем другого качества. Моментально у тебя начинают с телом происходить преобразования. Я тебе советую брать хотя бы несколько раз в день, вот с дыханием так делать. Говорит, дай славой подышу осознанно и подыши. Не надо просто сказать, я дышу славой, забыл и пошел. Не работает. Дышишь славой, возьми осознанно, подыши, представь, ты в славе. Вдыхаешь глубоко и выдыхаешь. Вдыхаешь, если будешь делать хотя бы в день там несколько раз вот так осознанно, ты через месяц помолодеешь, реально тебе говорю. Как я. Точно так же, если ты, вот знаете, как я говорю, что тело можно забрать у животворящего духа и вручить кому-то другому. Вы знаете, можно много чего забрать. У меня есть целая тема такая, когда-нибудь еще рассмотрю, прямо называется «Отнять у Бога». Землю отнимают у Бога. Религия говорит, будет новая земля. Тем самым эту отнимая у него. Зачем наполнять землю славой, чтобы ее сжигать, уничтожать? Послушайте, если земля полна славы, зачем нам какая-то новая земля? Вы задумывались об этом? Он говорит, земля моя полна славы, поэтому я ее сожгу и дам другую, да? Наверное, это о чем-то другом. Зачем говорить, что тело твое храм, если он собирается его, говорит, Бог уничтожит и то, и другое? Уничтожит. А сейчас пока побудь в уничижении. Но имей в виду, что ранами его ты исцелен. И помните, что вы совоскресли. Но я вас все равно всех в землю, и все будет по-новому. А в чем тогда смысл Евангелия? Ну это же бред, друзья мои. Мы в этом бреду жили годы и годы. Поэтому тело,
без духа мертво, но с духом написано, если дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, он оживляет даже смертное. Если ты даже думал о теле, как о смертном, он оживает, оживляет его. И ты вдруг прозреваешь, да никакое оно не смертное. Это храм животворящего духа. Аллилуйя. Красавчики, давайте вот начнем с этого. Давай, 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 Отцу славу дадим. Давайте начнем с того, что мы просто не будем отнимать у животворящего духа вообще ничего. Земля принадлежит животворящему духу. Мое дыхание, моя жизнь, мое тело, все принадлежит, мои глаза, свет. Это все соединено, как небесное и земное, во мне. Как я решаю, так и будет. Если я говорю, что мир лежит во зле, буду жить в одном только зле. Меня люди спрашивают, говорят, ну как земля полна славы? Ты так говоришь, но ты знаешь, сколько проблем. Вон, посмотри, война идет, еще что-то там. Фашисты, нацисты, там, все тут, все так, все воюют. Я говорю, если вы будете транслировать это телевидение непонятное, так и будете жить. Потому что есть телевидение небесное. Слава, слава, слава. Говори, несмотря ни на что. И когда ты видишь твое тело, старайся его кормить животворящим духом. Пост в этом смысле, друзья мои, вот знаете, не люблю про пост проповедовать вообще ничего. Сам я не любитель поститься, конечно. Но... Да, но со среды вот мало, почти ничего не ел. Не хочется. Оно иногда так мелькнет, что-то там поесть, и оно отпадает. Почему? В эти дни я полон животворящим духом. Еще в самолете ел, сидел, потом переклинило там и перестал есть, короче. Но чувствую себя хорошо. Прям хорошо-хорошо. Я поеду, я думаю, что еще несколько дней так и буду. Вообще мне так классно. Только не волнуйтесь за меня, хорошо? А то, пастор, ты живой там еще? Поешь, пожалуйста. Сейчас начнут присматриваться там. Так, у тебя глаза запали, там еще что-то там. Что вы меня рассматриваете, я вообще понять не могу. Любим. Такая любовь есть, не знаешь, куда от нее деться. Я шучу. Хорошо, друзья, пожалуйста, выйдите те, кто со мной будет молиться. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанным под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.